декабре 2017 года органам ЗАГС России исполнилось 100 лет. Именно этому событию и была посвящена церемония вручения паспортов. Юных граждан России приветствовали не только родители. В торжестве участвовали ветераны и общественники, представители администрации и депутатского корпуса. Разрешите мне от себя лично и от главы района Андрея Робертовича Иванова поздравить с замечательным событием, ребят, в вашей жизни, получением первого главного документа паспорта гражданина Российской Федерации. Я хочу пожелать вам успехов, чтобы вы гордо носили это звание «Гражданин России». У вас появляются теперь в жизни не только права, но и обязанности. Вы всегда должны помнить, что вы с сегодняшнего дня полноправные граждане нашей великой страны. Я от чистого сердца желаю вам в вашей взрослой жизни пройти ее с достоинством, получить достойное образование, чтобы у вас в будущем были семьи, которые пополнят число жителей нашего замечательного района. Представители регионального управления ЗАГС озвучили поздравительный адрес от губернатора Московской области. Сегодня вы получаете важный юридический документ – паспорт гражданина Российской Федерации. С этого дня начинается ваш путь во взрослую жизнь. Вы становитесь в ряды тех, кто создает историю нашего государства. Во вручении паспортов ребятам участвовали руководители профильного подразделения Одинцовского управления полиции. С напутственным словом к молодым одинцовцам обратились одни из самых уважаемых жителей нашего района – Виктор Прокопеня и Гильда Бот. Быть человеком – это все-таки самое главное. Я вам скажу слова Маяковского. Он говорил так: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Вручение паспорта – событие само по себе знаковое. Подобное же торжество и напутствие наверняка останутся у ребят в памяти на всю жизнь. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».